У Криму теж зараз відбуваються обстріли, серйозні обстріли, але не артилерійські. А по людях, по кримчанах стріляє своїм талановитим в лапках вокалом Петух Бідросович Кіркоров, який приїхав туди з концертами, подякувати окупантам, які повернулися без ніг, без рук з війни в Україні. Вы замечательные. Это только та самая малая часть, которых отпустили, которые смогли прийти. Очень многие, к сожалению, не могут в силу всех своих ранений, не могут покинуть палаты. Но я уверен, что эта энергетика, энергия зала, может кто-то снимет этот концерт, покажет им, передаст. Передаст мой низкий поклон еще раз за то, что вы делаете, делали. И обязательно, самое главное, возвращайтесь своим семьям, живыми, здоровыми. А нам пожелаем мирного неба над головой. И чтобы вся слава пустая осталась только в ритме музыки. А нам осталось только чистое светлое небо над головой. Это, кстати, не мои слова. Это слова женщины, которая поет. Далеко еще 40 лет назад она впервые сказала эти слова на своих концертах.